Они не понимают, что даже если бы Ичкерия была самой бедной страной в мире, то все равно с точки зрения ислама и чеченского менталитета лучше и правильнее быть свободными, нежели богатыми и несвободными. Ну, разумеется. Просто я-то почему на это ответил? Сам по себе это. То есть здесь бы даже вопрос не лежал в том, там, хорошо, что мы были независимы или это плохо, а просто было типа опровержение сказанных мной слов вот таким вот доводом. Типа там бастовали врачи, значит, экономического роста не было. Ну, это просто. Вы представьте, во Франции в прошлом году, да, по-моему, нет, даже позапрошлом году, просто нереальные были протесты. Эти желтые жилеты на больше, чем год, по-моему, они парализовывали действия, там, вообще дороги, все там во Франции парализовывали. Значит ли это, что во Франции нет экономического роста? Ну как можно такое сказать?